Югорская компания повысит эффективность. «Импорт-лифт» стал участником национального проекта «Производительность труда». Предприятие планирует устранить возможные потери, обучить персонал инструментам бережливого производства и оптимизировать бизнес-процессы. Эксперты регионального центра компетенций проведут совещание с представителями организации, расскажут об основных задачах нацпроекта и обсудят его реализацию. Итогом совместной работы станет увеличение выпуска продукции, а также повышение позиций на российском рынке.